Сейчас в мире, вообще во всем мире, типа, будет всемирная распродажа. Вот этого Черной пятницы, или как там это называется, я не знаю, даже пятница это будет или нет. 11.11.21 года. 11 ноября. Вот. И на Алиэкспрессе тоже вот эти скидки. На Озоне, на Wildberries. Не знаю, как вот в обычных магазинах будет такое или нет. Ну, у меня нет QR-кода, поэтому в обычный магазин 11.11 я не попаду, к сожалению. Ну, мне там ничего не надо. Вот. А на Алиэкспрессе я в какой-то группе. Что-то покажи шмот или покажи свой свитер. Покажи свой шмот, по-моему, группа так называется. Вот, я там видела, они закрепили запись. не могу говорить, вообще плохо совсем, что там, вот. Они закрепили запись, что будет раздача купонов в такое-то время. Вот, я зашла в приложение, увидела вот эту раздачу купонов, отметила себе, попросила, блядь, я себе напоминалку поставила. Поставила напоминалку, что чтобы мне напомнили Алиэкспресс, чтобы не напомнил, что будет вот эта вот раздача купонов в такое-то время. После этого, типа, там что-то напомнить, что-то такое я нажала. После этого у меня вот это вообще все пропало. Вот, я сейчас не знаю, типа, заходить в определенное время, искать эти купоны. Я себе хотела купон 1000, типа, на 1000 рублей покупаешь, 500 рублей скидка. Что-то типа такого там было. Либо на 2000 покупаешь, 500 рублей скидка. Вот. Такое. Ну, типа, такого и такого вообще нет. И когда это появится, типа, непонятно, неизвестно. Вот. Блин, дышать вообще не могу. Жесть, не знаю, что с этим делать. Надо, наверное, нос эти промывать. Вот, короче, вот такая вот распродажа. Вот так вот у меня все пропало на этом Алиэкспрессе. Вот. Не знаю, что еще сказать. Я там хотела купить себе вот эти лягушачьи такие. Ободок такой с лягушачьими глазами. Что-то он там, по-моему, со скидкой 50 рублей с чем-то стоил. Потом я хотела заказать ловец солнца. Это ловец солнца. Это чтобы ловить солнце. Когда в квартире, типа, нет солнца, он ловит солнце. Что-то типа такого, типа ловец сна, но ловец солнца. Вот. И еще что-то, что-нибудь такое. Вот. Ну, не знаю, вообще эти распродажи. Такое ощущение, что у меня сейчас голос сорвется. Ну, ничего, вот эти вот распродажи. Мне кажется, что там, конечно, цены во время этих распродаж накручивают. Вот, типа, я даже видела, что до распродажи какой-то товар там стоил, допустим, 500 рублей, а во время распродажи он будет стоить 550. Ну, не знаю тогда, в чем смысл этих распродаж. Может быть, чтобы люди покупали до распродажи вещи по этой стоимости. Именно у вот этого продавца было так сделано. Или, блин, не знаю. Не знаю, что еще сказать. На Алиэкспрессе я, конечно, много чего заказывала. Ну, так, не совсем много. Первая моя покупка была это носочки с помидорками. За 50 рублей или что-то я заказала. Это был 2015, наверное, год. Вот, тогда еще никто так сильно не заказывал на вот это мои Алике вещи. И помню, типа заказывали за такую маленькую стоимость, чтобы если не придет эта вещь, чтобы было не жалко. Вот. И родители тоже что-то заказывали. Типа мама как-то заказывала с совой какое-то украшение, по-моему, кольцо. И вроде бы оно ей как раз-таки тогда не пришло. Вот. И поэтому, типа, вот, типа не обидно было. И как-то не следили за тем, чтобы вот, типа, возвращали деньги после этого, вот. Сейчас у меня кто-то орёт сверху. Не знаю, что за соседи сверху живут. Видимо, с детьми. Постоянно кричат, бегают, топчут. Вот. Не знаю сейчас, что с носом делать. Сева до сих пор у меня лижется. Сева, это мой кот. Его помыли. Теперь он сам себя домывает. Вот такие вот дела.
Всем хорошего дня!